Здравствуйте, мои дорогие! Те, кто смотрят мои видео, знают, что я люблю декорировать все подряд. Коробочки, баночки, бутылки, все, что мне попадется на глаза. И всем, чем угодно декорирую. Вот. А сегодня я хочу... У меня есть недоделанные две коробочки из-под телефонов. Вот, и я хочу их доделать. Причем очень просто, там буквально несколько, скажем так, штрихов. Вот, вот эту вот коробочка. Ну, согласитесь, надо чем-то оживить. И вот есть у меня такие пуговки с совушками. Вот сейчас я их приклею сюда, но перед этим нужно откусить ножку. Откусить ножку. И приклеить. Сейчас я, наверное, сейчас я свет включу, а то темно. Вот, намазали клеем. Ой! Так, и вот так сейчас приклеим. Так, с одной стороны, ну и куда-нибудь вот сюда. Сейчас опять откусим. Может быть, не до конца. Нет, надо еще. И все, и уже будет коробочка иметь совсем другой вид. Вот сюда, к примеру. Так. Я все сейчас оставлю подсохнуть. Ну, согласитесь. Вот такая вот коробочка. И еще есть вот коробочка. Я ее сделала в прошлом году. Вот все вроде, да, есть у нее. И открывается она. Лев тут такой с петелькой. Это была, кстати, футболка с такими металлическими штучками. Вот. А на дно я приклеила бусины, чтобы ножки были. И вот смотрю я на нее. Мрачная она какая-то. Ну, не нравится она мне. Вот. И я тут посмотрела у себя по закромам и нашла вот такие листья. Ну, хочется просто немножко оживить. Вот сейчас я их тоже приклею. Ну, не знаю, мне кажется... Так будет гораздо интереснее. Единственное, что клей у меня непрозрачный. Надо найти другой. Так, а пока я буду искать клей, я хочу вам показать, ну, вот буквально три бутылочки. Ну, это Франция. Я была во многих странах, и когда возвращаюсь, обязательно делала... бутылочки на память. Вот это Греция, гора Олимп. Мы жили в городке прям, ну, недалеко совсем. В окно видна была гора Олимп. Вот это песок с Эгейского моря, оттуда с пляжа. Камушки там, которые я подобрала на горе Олимп. Вот, и как только у меня будет время, я обязательно займусь и покажу вам простой декупаж, с помощью которого можно уже старое закопченное. Это Севастополь, как вы видите. Вот, и мы с вами сделаем, наделаем всякой красоты. Вот, например, можно сделать вот такой
интерьерный шар. А можно взять поменьше шарик и сделать елочную игрушку. Это у меня в одном цвете, да, в медном. А можно сделать и разноцветные. Или вот, например, тоже интерьерная вещь такая. Это фисташки обычные. И шарик тоже пенопластовый. Так что смотрите мой канал, и мы с вами понаделаем всякой красоты. Ну что же, я нашла клей. Сейчас мы приклеим эти сочные такие листики. Вы не обращайте на мои руки внимания. Дело в том, что я одновременно делаю из цемента какие-то вещи, украшения. И руки вообще, они у меня уже не отмываются. А еще у меня участок. Я же в Крыму живу. У меня участок. И приходится и полоть траву, и заниматься всем, чем занимаются люди на земле. Поэтому руки у меня, конечно, ой-ой-ой. Так. Так. Ой. Подсохнет. Ну и все, собственно. Вот чего бы кажется, да? Но это еще не все. Я решила еще вот сюда таких полубусинок приклеить. Желтеньких. А то как-то здесь квадраты, квадраты. Вот, сейчас я вокруг вот этих квадратиков приклею вот эти полубусинки. Обычные пластиковые полубусинки. И все, я оставлю эту коробочку в покое. Вот, а пока искала клей, нашла еще вот такую вот коробочку со стрекозами. Это бархат. Ой, а сколько я их раздарила, девочки, этих коробочек. Ну, во-первых, я же делаю украшения, и когда у меня бывает заказывают, например, украшения на шею и браслет, я кладу в коробочку магнитик из Крыма или где я нахожусь в тот момент, потому что я в Мурманск, в Питер улетаю надолго. И кладу вот в такую коробочку. И заказчику приятно, и мне приятно. Вот. Кто-то скажет, может быть, что это ерунда. Я не знаю. Мы же любим, чтобы, ну, украшать что-то вокруг себя. На то мы и женщины. Сейчас. Ну что ж, мои дорогие, вот и все. Вот получилась такая коробочка. Ну, собственно, уже и коробочкой-то вроде как-то называть неудобно. Шкатулочка.
Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки и будем с вами дальше творить.